блядь! Твою мать! Мне в жопу всадили! Твою мать! Что-то тормозишь, что ли? Да. Заебись! Нихуя, погоди! Сейчас я остановлюсь. Подожди, остановлюсь, у меня давай, все заснято. Тормози. Четко в мазь, убитый туз. Старый кассетник, уже не те единицы белые. Цифры в килогерцах, пером, как прицелом. Безликий на шифре, через барьеры прямо. Прячу улыбку сын, пока не спалила мама. Смотри, хвост. Есть! Готов, нахуй. Все, пизда, мы встали, блядь. Вот долбоёб! Тормози. Ебать её, урод. Чё он, придурок, нахуй, не видит, что ли? Тоже проблем было. Твою мать! Ебать!
отдыхай, да? Держи себя в руках. Пиздец. И что говорят? Поехали, а? Что-то понять не могу, блядь. Твою мать, блядь! Приехали, да? Да не говори, блядь. Опа! И нас задело. И нас задело. Ну что, езжайте с Ленкой, я останусь. Опана. Ух ты ж, блядь! Ёб твою мать! Охуеть! Регистратор-то записал хоть? Фото повели частичное наступление на наши войска в районе Шервинты. На остальных путях к Вильне без перемен. Французская печать сообщает, что турки возводят сильные укрепления в всей Сирии. Всем остальным. И только как бы в пределах своего района. То есть это значит. Опа! Опа, бля! Опа! И второго еще. И пиздец. И ёбаные олени. И ёбаные олени. А еще все, блядь, пиздец. На месте боя обнаружили большое количество оружия, боеприпасов и готовых к применению самодельных взрывных устройств. Которые очень жесткие, очень по делу, очень технологические. Потому что Максим довольно подробно разбирает, как именно технологические выборы были провалены. Как, скажем, не было нормального фандрайзинга. Тихо, тихо. Тише, тихо. Ваня, тише.
Ах ты пидорас! Девятка! Охуеть!